была, значит, ситуация с продажей рынка, и мы, значит, на этот период закрепляли рынок за успехом, да, то есть удовлетворительный. На мой вопрос вообще, чем успех занимается, да, то есть в администрации отвечали следующее, что там четкое разделение для того, чтобы экономить налоги, оптимизировать, значит, есть КШП, да, есть успех. А сейчас что изменилось? То есть, ну, объясните, пожалуйста, я вот против того, чтобы принимать какие-то решения, да, то есть сначала нам говорили одно, сейчас нам говорят другое, что все соглашаются, да, действительно, два много надо обменять в один, значит, что изменилось с тех пор? Тогда предприятие работало по одной системе налогообложения, сейчас работает по другому. Правильно, А с чем связано это? Сейчас скажу. В тот момент, когда образовалось два предприятия, для того, чтобы не платить налог на добавленную стоимость и перейти на упрощенную систему налогообложения, создались два предприятия. С 2011 года все общественные питания, все предприятия общественного питания, которые оказывают услуги школьным столовым, освобождены от налога на добавленную стоимость. Поэтому с 1 сентября я в одностороннем порядке расторгу договор с МакУспех, и все работники производственного персонала, которые числят в стране «Успех», теперь считатели наших предприятий. И основной вид деятельности МакУспех по уставу – это представление персонала в аренду. У меня как раз по успеху и по, значит, КШП есть некоторые данные. Значит, на сегодняшний день КШП находится в минусе на 5 миллионов 212 тысяч. Я видел бухгалтерские документы. Значит, их основные фонды на сегодняшний день 4 миллиона 700 тысяч, там с копейками, а, значит, общие как бы 9 920. То есть, соответственно, 5 миллионов они в минусе. Успех на сегодняшний день в плюсе, 58 миллионов плюс, у них нету, то есть... Подождите. 58 миллионов? 58 тысяч рублей. Я извиняюсь. 58 тысяч рублей плюс. И хочу заметить, успех, значит, КШП за первый квартал, у них было в плюсе 384 тысячи рублей, они были в плюсе. А на сегодняшний день у них минус составляет 5 миллионов на сегодняшний день. И вы мне будете рассказывать, что надо успех сократить. Больше того, хочу заметить, КШП, то есть заказала услуг за третий квартал на 100 тысяч рублей. Это, оказывается, услуги этой организации, успех. Дальше. Тот же самый успех обслуживает на сегодняшний день музыкальный колледж 500 человек, ДХМТ. Тысячу человек, училище 49-е, 600 человек, обслуживает, также кормит детей. Поэтому я считаю, что сейчас кондачка этот вопрос решать нельзя, его надо обсудить на комитете, как минимум. Дело в том, что в комбинате школьного питания долгие годы в школьных столовых не делались ремонты. И те члены комиссии, которые принимали школьные столовые 1 сентября, могут сказать о том, как выглядели столовые 1 сентября. За прошедшие три года последние ремонта в школе не было. Ремонты школьных столовых, 22 столовых, составили 1 200 000 рублей. Это один убыток, который лег на бремя комбината питания. Следующий убыток. Последнее повышение заработной платы в КШП было в прошлом году, в сентябре месяце. До этого месяца, до 1 сентября 2012 года, отставание заработной платы в КШП, в среднее, от городской было на 45%. Повышение заработной платы в сентябре 2012 года позволило среднюю заработную плату по КШП сделать 10 тысяч рублей. Поэтому мной было решение повысить заработную плату 1 сентября 2012 года и довести ее до средней городской, до 17 тысяч. Была проблема, никто из поваров не шел работать в комбинат питания. Поэтому на сегодняшнее время на плюс фонд оплаты труда вырос 2 миллиона, и плюс еще отчисления до 3 миллиона составили. Вот это еще одни убытки, которые получились по сентябрю месяца. Кроме того, до настоящего времени, я имею в виду октября месяца, не были списаны, а использованы фактически моющие средства, хозяйственный инвентарь, посуда. Около 1 000 000 рублей. Это была недостача на складе, которую я приняла, вступив в должность директора комбината питания. Это еще минус, который был списан по результатам инвентаризации. Вот это 5 миллионов убытков, из чего они состоят на сегодняшний момент.
Поэтому я предлагаю рассмотреть этот вопрос на комитете отдельно, сейчас не принимать никаких решений. Еще прошу принять внимание, что на сегодняшний день МУП «Успех» подало исковое заявление в арбитражный суд к МУП «Комбинат питания». Предметом иска послужили 25% рентабельности, которую МУП «Успех» набавляла на свои услуги, в результате чего у меня есть аудиторское заключение, сделанное по указанию собственника, что у меня услуги, которые МУП «Успех» оказывали комбинату питания, были выше рыночных. Придя к должности, я отказалась платить МУП «Успех» эти деньги, в результате чего появилось исковое заявление. И еще, уважаемые депутаты, к вашему сведению, за период с 2010 по 2013 год под видом рентабельности из комбината питания МУП «Успех» выведено около 6 миллионов рублей. Этих денег, если вы внимательно посмотрели бухгалтерский отчет, нету в активах МУП «Успех». Где они? Это еще вопрос.